Мать Евгения Манюрова, которого в СМИ называют человеком, устроившим стрельбу на Лубянке, в четверг 19 декабря рассказала, что сын увлекался стрельбой. Занимался года 3-4, очень любил это дело. Никаких параллелей не было, чисто стрельба, чисто хобби, рассказала она. Женщина также сообщила, что ее сын несколько месяцев назад уволился из охранного предприятия. В последнее время он вел себя возбужденно, при этом она уточнила, что сын не пил и не курил, а все свое время посвящал работе и хобби. По словам тренера стрелкового клуба ДСААФ Олега Соловича, Евгений Манюров общался нормально. Вот только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном. Даже не плащ это, а парка. Мы предлагали ему снимать верхнюю одежду во время стрельбы, а он говорил, что ему так удобно, отметил он. Тренер также отметил, что у Манюрова было разрешение на оружие, а значит, государство ему полностью доверяло. На этом основании мы его и учили стрельбе, подчеркнул он. В результате стрельбы у здания ФСБ пострадали 5 человек. Погиб сотрудник Федеральной службы безопасности. Сам стрелок был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свой комментарий. Мне будет очень интересно его узнать. А также, если вам понравилось видео, оцените его лайком, колокольчиком и подпиской на канал, чтобы быть в курсе всего самого нового и самого сочного. Всем удачи! Всем пока-пока!